Овен. Не все намеченные планы осуществятся, но звезды дадут вам силы, чтобы не впасть в уныние. Сегодня не допускайте вторжения в свой дом, разногласий и ссор. Телец. Астрологический фон благоприятен, только вы уж и сами будьте активнее. Вложите частичку своей души и немного воображения в дела. Близнецам не рекомендуется браться за серьезную и трудоемкую работу. Однако хорошо подойдет легкий флирт, смс-переписка и спонтанные визиты к друзьям. Споры могут вызвать разбалансировку душевного равновесия. Рак. Успех будет зависеть исключительно от того, насколько вы честны и справедливы. При увеличении своих возможностей и завышенные амбиции могут сыграть с вами шутку. Львам следует избегать импульсивных действий. Только так вы сможете выполнить максимум запланированного. Разумно чередуй работу и отдых, не допуская при этом ни перегрузок, ни излишеств. Большинство дев станет воплощением жизнелюбия, оптимизма и высокой работоспособности. А ваш внутренний магнетизм способен будет покорить кого угодно. Весы. Наступает день глубокого терпения. Умейте своевременно успокаиваться и сдерживаться. Ваши усилия вознаградятся. Скорпионы полны сил и жаждут перемен. Видимо, поэтому успешно пойдут дела, а некоторые планы решатся сами собой. Возросшее обаяние и умение увлечь собеседника позволит найти общий язык даже с недоброжелателями. Стрелец может не найти ни сил, ни желания браться за что-либо важное или сложное. Развеяться и поднять настроение поможет встреча с друзьями в уютном кафе. Козерог в хорошем настроении и с твердым намерением не отступать от намеченных целей. И действительно, в этот день у вас многое получится. Водолей. Звезды предписывают вам трудиться, не покладая рук. Вам не удастся сэкономить, так как значительные финансовые траты никак невозможно исключить. Рыбы. Будьте внимательны ко всякому роду информации. Есть шанс получить полезные сведения.